друзья, привет. Ну, пока я все еще на костылях, шопинг у нас онлайн. О, смотри, тут смайлик. Сегодня покажем вам смайлик на колени, а сегодня покажем вам распаковку с магазина Brand for Less. Поехали. Друзья, привет. Привет. Снова у нас распаковочка онлайн. Заказали мы все в нашем любимом магазине Brand for Less. Сейчас распродажи. Много видео снимали и про распаковку, и про магазины. Сейчас покажем футболки, озвучим цены. Наташа будет распаковывать. Ох, что долго томить не будем, чего уж там. Пора уже и показать, что там есть. Ого, это сегодня тяжеленькое. Так, вот столько всего у нас. Что ты набрала? Я не знаю. Ну, все, что заказали, все подожди, и набрали. Подожди, ты какого цвета брала? Ну да, черного взяла Феррари и красного взяла Феррари на это подарок. Это не Феррари, это моя кофточка. Это твоя... Давай кофточку, положи кофточку. Сейчас я покажу. Ага. Нет, не поднимай, положи ее вниз. Извиняюсь. Вот так вот. Она стоит 21 дирхам. Мы сейчас еще покажем. Оденемся, выйдем в наш миланский дворик. Это вот Феррарика, 79 дирхам. Стоила 100 долларов. Не знаю, эсочка пойдет, не пойдет. Это что-то 9, это 9 дирхам. Кстати, где-то я набрала код, и мне еще минус 4 доллара где-то скинуло. Дальше вот это тоже к Феррари относится. Скудейра Феррари. Один размер, второй размер. И на подарки берем, конечно же. Наташа футболка с котиком за 17 дирхам. Боже, какой классный котик. Главное, чтобы тут что-то подошло. Еще написано. Миов. Ну, мы все покажем, что когда такое? Будем примерять. Это моя футболка кроп за 17 дирхам. Всего лишь кроп за 17 дирхам. Это на Хэллоуин. А это что? Это мне пумочка за 25. Ну, если мне не подойдет, успел. Уйдет на подарок. Так, это носочки. Вот носочки. Вот носки мы примерять не будем. Это на подарок молодому человеку. Да, ну ты плохо показываешь. Можешь извиняюсь. Положить их? Вот так вот повернуть, да, вот положить. Это Рибук, и стоит 3 носочка вот таких вот. Извините, стою все еще на костылях. Таких вот 3 цвета, 3 носочка, 17 дирхам наборчик стоит. И рюкзачок такой я заказала. Прикольный, 22 дирхама Рибук. И за 9 дирхам резинку тренировочную, знаете, да, училка физкультуры, люблю спорт, тренируюсь. Так, сейчас все распакуем, наденем и все покажем. Ну вот, кстати, я уже делала футболку кроп. Прикольно, кстати, нравится, что она такая плотная. Довольно-таки. Смотрите, какие веселые картиночки, скелетики. Естественно, в школу я такого не одену, но разок на Хэллоуин одеть можно. А, это карманчик, я не поняла. Боже. Ой, да, реально. Какая прелесть. Какая... Карманчик. А подожди, дай рассмотреть, что он тут вытворяет. Ну, всего лишь-то 17 дирхам. Это, ну, мы в кроп заходили, там футболки 120 дирхам. Ага. Ну не знаю, это размер XS или S, я не помню уже. S-очка. Мне то ли XS подходит, то ли S, ну, в общем, оценивайте, пишите, что вам сегодня понравилось. Сейчас мы все футболки покажем. Носки, кстати, на кого-то. Мы специально искали, чтобы были не 96% полиэстер, нет. Единственные носки, которые мы нашли, там коттон 64%. У меня сейчас открываем 96% полиэстер. Ёлки-палки, не знаю, или менять, не менять. Так они 59 стоили. Так а на что менять? Нет, не на что менять. Ну, не менять, а в смысле возвращать, чтобы мне на счет деньги возвращали. Я не знаю. Сколько они стоят? 17 дирхам. Нифига себе. Тоже ну, так. Ну вот, так что проверять нужен товар. Ну, футболка пока нравится. Тем более, что карманчик. То я выхожу, типа, как из раздевалки. Ну вот, пумочка такая. Размер М-ка стоит 25. Ну, не знаю, прикольно как бы. Можно ходить где-то. Не, нормально. Сколько еще раз? 25 дирхам. Так, верни. Не, ну где-то 7-8 долларов. Ну, нормально, в принципе, это Пума. Ну все, будем экономить на Шанель. А то ты сказала, любимый магазин. У меня, может, Шанель любимый магазин. Мы там никогда пока... Ничего, мы любим. Может, пригласить. Ну вот, 25, давайте я покружусь. Весело. Давай активнее. Сзади ценник. Ну, сзади ценник не снимаю пока, потому что где-то что брак. А иногда не подходит, на подарок можно. Ну, тоже мне хорошая, оставляю себе. Симпатичную. Мимочка. Угу. Что вы? Пишите. Пишите комменты, нам всегда интересно. И следующее появление. То, что я хотела. Скудейра Феррари. Я думала, она больше будет, слава богу. Ну, это мужская М-ка, но я себе хотела такую школу. Феррари, друзья мои. Ну, так она стоила где-то долларов 50, а так за 39. Сейчас покручусь, и тут номер 16. Кстати, не знаю, что он значит. Может, номер какого-то гонщика, надо узнать.
Сзади же тоже 16. Что на Феррари меняют? Вот такая вот футболочка. Но мне довольно-таки симпатичная. В школу ходить и прогуляться. Классная. Тем более, что в школу все равно вот такую пуму, как я показывала, перед одеть нельзя. Если у вас так открываются руки, вам делают замечания, и в следующий раз вам дают ворнинг. Ну, как бы, письмо о предупреждении. И закрывают руки, да? Ну, 3 ворнинга, это все, ты вылетаешь со школы. Не отрубают мне руки? Нет, да? Кто знает? Кто этих людей знает? Я не знаю. О, вот тоже написано. А что такое Скудейра? Вот именно Скудейра Феррари. Кстати, какая-то фирма, видимо, потому что другая футболка у меня просто Феррари. Здесь именно Скудерия. Скудерия Феррари. И такую же мы XL взяли на подарок. Буду 2 номера 16. Прикольно. А тут что написано? Леклерк. Эклер, короче. Я обожаю читать это. Эклер, незнакомые эклер. Слова на иностранном языке. Леклер. Ну, Даша, как тебе футболка? Потому что ты так... Какую? Твоя? Феррари, ты такая думаешь. Вот это сейчас? Мне 16 сзади не нравится. Мне наоборот нравится, что мне сзади. Я, короче, такая номер прикольная. Ну ладно, извиняюсь. Да. Ну ты ж футболист, ты привыкла с номерами. Ой, а тут еще на этом, ну вот этот значок же. Так я же показала. А, я не увидела. Мне как-то это понравилось. И он такой именно, ну, как это, резиновый. То есть не просто так какую-то фигню втерли. Фигню втерли? Все, друзья мои. Это все, а, еще. Черная футболка. Ну давай. И что, как это можно сказать? Вот. Вау, сейчас ослепну. Вот черный. За 79 дирхам. Ну стоил 100 баксов. Он не черный, он темно-синий. Да, он какой-то такой не черный. Но все равно тяжело снимается цвет. Все же темное тяжело снять. Почему такое грязное? Итальянское. Есть постирать, может, надо. Я не могу застегнуть пуговицы, потому что здесь просто дофига всего вот этого вот. А, вот. Всяких этих вот. Прям вообще не гнется, она такое твердое. Что это такое вообще? Книжечка. Ну это играйте еще и получите Феррари. Феррари, и да. Тоже написано. Купи еще 200 миллионов футболок. Феррари. Ну прикольно. О, вот какие-то резиновые. Италия написано. Я извиняюсь, в чем ты какая-то поэта? За такие цены потасканная, можем, не знаю. Но последнее, чтобы дыры головное не было, бросить в стирку. И мне нравится, что как раз рукава как раз вот в пределах, ну, да. чтобы в школу сходить. Ну не такая она и большая. А сзади что-то есть? Нет, хорошо. А сзади нет, все нормально, все, да. Ну это 79, конечно, прилично. Ну я бы не сказала, что она стоит 79. Вот такая, она за 100 баксов была вообще. Чего? Да? Они что, больные? Магазин Феррари? Так, Шанель, только Шанель. Просто, да, там только Шанель, цемные, безумные. Ну вот в школу, смотри, такой нейтральный темный цвет тоже. Нормально, еще и... Не, это же не... О, так это шифлаг. На скутере, а здесь Феррари. Вот слухай, это же их флаг эмиратский. Ну, черный, зеленый, что там, белый, вот красный. Правда, он тоже но да, кстати, действуем по обстоятельствам. Да, это эмиратский. Да. Ой, я не могу, этот смайлик у тебя на ноге. Этот. Давайте нарисую что-то. Правда, меня доктор выгонит, наверное, уже. Так, сейчас ветер начинает дуть, поэтому мы выключаемся. Да, сегодня что-то у нас опять буря. И сейчас Наташа будет покупки показывать. Хорошо. Подожди, я-то еще не показала этот, ну, рюкзачок свой. Рюкзак. Что-то в рюкзаке не вышло. Кстати, да. Я хотела выйти, но ты его отложила так далеко, что на костылях не допрыгала. Ага. То есть кто всрался? Невестка, да? Ладно. Сейчас я уже на камере, и Наташа сейчас выходит. А, ну она решила рюкзак показать и с котиком. Так, рюкзачок. Рюкзачок 22 дирхама, это немного. Наверное, я заберу, да? Ну, посмотрим. Видишь? Видите, как? Красиво. А ну да, я приближу. Ну, прикольный, да. Рибок прикольный, да. Угу. Класс. Хороший. Сейчас так надулся, будто спасибо, воздух. Так, а сейчас котик. Котик. Ну как, эмочка? Обычные... Так, я приближу. Что тут написано? Мяу. А, мяу. Да, мяу. Точно, мяу. Смотри, лапки две и котик тут. Ну, как вам футболочки? Она стоила 17, да? Наверное. Это последний был размер. Это была эмочка, 17 она стоила. Угу. Ну, все, отлично. Так, еще у тебя есть суперфутболочка за 9, да? Наташа уже говорит, что это супер футболка. Супер. Фирма Сислей, по-моему, за 9. А ну подожди, стой. Синсай, не Сислей. Какой-то я не знаю. Я не знаю, что это. Там какая ободочка у тебя. Вот я показываю, я приближаю сейчас. Могу спуститься?
За 9. Ну, шоколадненько. Смотри, еще тут разрезик. Класс. Ну, классно. И тоже размер М. А тебе как она? Комфортно, да? Ну, видите, какая разница? Все-таки М там и М там. Ну, как кто делает? И это лен с хлопком. И знаешь, такой сейчас покалывает немного, клен покалывает. Ну, постирается будет вообще шикардос. О, класс. За 9 дирхам, нормально? Ну, это еще плюс то, что я нашла какой-то код, и у нас минус 14 дирхам, да? Со всего там этого. Там уже было бежевое, ну, что-то белое живое. У меня все черное, ну, ничего, мне нравится. Ничего, прикольное, как за 9 дирхам, вообще, ну, отличный. Люкс. Так, еще ков. Кардиган, как называют. Я его называю. О, ков. Я уже забыла про твой кардиганчик за 21 дирхам. Сюрприз будет, может, еще. А, так тогда одевай как раз на вот эту вот, на... Да? Хотела что подсказать Наташе, но это же Наташа, бьюти-блогер нашего канала. Что я вообще... Что я вообще тут делаю на костылях? Так, Наташа уже кричит, что здоровый. Да не, нормальный. Это М-ка, классно. Это такой цвет сейчас такой классный, насыщенный, черно-красный, милановский. Тут синяя. А ну сейчас, подожди. Дай-ка я приближу. Тогда я отближу. А еще, да, это синенький. Прикинь, обрати внимание, посмотри, на каждой пуговице думала какой-то это. Надо обрезать. Ну что, прикалывается? Ниточка. Ты посмотри. Слушай, на кардигашка нормальный. 21 дирхам. Еще карманчики сделали. Там был еще. А ну сзади посмотри. А это замятина, наверное, мята. Ну подожди, стой. Есть, да, мятенькое что-то просто. Тут 60% хлопок и 40 полиэстер. Боже, шикардос. У меня же прямо. То есть у тебя вообще три покупки в пределах 15 долларов, шикарно вообще. 21 дирхам это стоит. Еще такие, да? Вот, слушайте, ну классно. А я хотела XL себе брать, нормально? Хорошо, что ты М-ку взял. Это у тебя ты все размеры М-ки ты брала, да? Нормально? Друзья, вот такой, такой классный вот действительно выбор у Наташи сегодня. Смотри, что они делают. Тут же ж не пойму, это Чиба, да? Это фирма вот эта Чиба, которая немецкая или кто? Ну, Чиба, это вот много Чиба бренд Фолес. И вот они пишут, 40-42, это как раз евро, это размер, это мой размер. То есть вот это М, это все до... Неправда. Слушай, я прям довольна. Да, очень хорошие довольна. У тебя покупки сегодня. Сейчас, дай бог, мою феррарьку отстираем. О, ветер, не слышно, интересно. Не, слышно, слышно будет. Ветер у нас хорошо сегодня я дует. Я только песок сгребла. Я только дождь сгребла. Утром шел. Дождь утром шел. Друзья, вот такие у нас покупки сегодня. Я довольна. Пишите комменты, пишите вообще, покупаете ли вы онлайн. Как вам, интересны ли такие видео? Нам интересно, потому что мы магазин знаем, размеры примерно знаем. Нам прикольно и интересно. Будем рады комментам. Всем пока. Пока.